На окунь что крупный попадаться? Ну да, он мужичок поймал грамм на 700, наверное, может 600. Да, да. О, где же я вам вчера первый? Ну, вообще раз здесь интересный, кувой, блин. Я ж... Обойди, обойди, снимай, снимай. Опа! А да что ж такое? Что ж такое? Есть? А ты там нет сколько? Марат, а на червя была поклевка хоть одна? А у меня были. Во-во, я, Марат, чтобы потом не упендрился, я тебя снял. Чё ты ловишь? Чё ты ловишь, понимаешь? Я все ловлю, что ловится. Ну вот люди, свидетели, что, а то потом начнешь говорить, я не снимаю тебя, я выложу вот это вот, что Марата ловит. Ну поймал, да. Сегодня вот он поймал. Покажи размер. Это кто? Это что, неужели он? Тот самый? Да нет, это что, дядя Саня рыбу что тащит? Да ну не может такого быть. О, карася поймал. Так, надо еще потовку сейчас догонять быть, походу, тоже клюет. Куда? Потовка. А, этого не было у меня. О, как народ, бурить сразу начинает. И руки-то не болят. И бурится, и у всех по карасю. И все счастливые сразу. А может даже у меня клюнет? Но навряд. Диман, это будет вообще трэш, если у тебя клюнет. Нет, ну, чтоб клюнул, надо ловить. Карасик, да? Карасик, да или карасик нет? Вот он. Все. Смотри, 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 смотри. Привет. Че? Я тут что, он пропустил, что ли, момент? Ты подлёгку пропустил, что да. А, вот, смотри, 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 что творится. О! Ёкарный баба, рядом поймал. Опа. Хороший. Очень. Хороший. Чё ты заснял? Я тебе поклёвку показывал. Ты же хотел поклёвку хорошую снять. Ну как я? Я чё, взорвался? Я ту начал снимать. Это поклёвка была охуительная. Чё? Подожди. Всё, поздно. Как поздно? Лучше поздно, чем никогда. О, и что тут теперь сделаешь? Вот она, раздача, и люди все просто не могут. О, есть. Где раздача была? Сзади. Вон карась лежит. Вот карась лежит. Здесь. Все на пруд.
Вон сразу трех. Люди уже скрывать перестали карасей. Первое время убирали. Крысили. Крысили. Я скромно сказал, да? Буду называть крысили. Марат, не крысь. Вытащи рыбу обратно. Отпусти. Отпусти. У тебя вот люди говорят нормальные. Отпусти. Саш, во мне Димана, что ли, увидел? Ну как? 08 леска, да? Марат, учись, студент. Вот тебе от кого учиться надо. Пошли. А ты же говоришь, с потовки. Нет, я пошли, леску брал. Леску у этого. Что ты? Нельзя бросать. Как, бросай. Смотри, смотри, что творит. Дядь Саша и рыба. Две вещи не спали. Тихо. Тихо, что-то крупный похоже. Что-то вообще не по его. Муха летает. О! Самец. Самец. Эх, вот это карасище, однако. Отошел он отсюда. Куда он отошел? Ото всех не отошел, от меня отошел. Эх, вот это красота. Да, была там одна поклёвка. Маратка! Поймал я, короче, эту Чингачгука. О. Обратно иди. Неделю можно теперь гулять. Дядь Сань, давай, 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 дядь Сань. Чего, можно неделю гулять? А вот, поднял. Эту Димки, а он у него всегда. С утра еще. Чего поднял? Твои годы я нарывал. А, мамочки! Ой-ой-ой! 08-я лесочка! Вот она, ага, вот он кайф! Ага. Да, инвест. Сейчас съебется. Вот он кайф будет, это съебется. Да. И чё ж такого? Ну это наоборот кайфово. Вот, кто кого. А если вытащу? А если вытащишь, ёпты. Ты смотри, как она гуляет. Ты смотри. Конечно. Ты гляди. Вытащишь, конечно, кайф. Если рыбак, то вытащишь. Если не рыбак, то не вытащишь. Я же говорю, у него такая же восьмерка, как у того парня. Иди посмотри, какая у меня восьмерка. Это десятка, кстати. Ну вот. Ну это десятка. А на камеру восьмерка. Сейчас смотри туда-сюда, когда народ уйдет, она у него 12 станет. Вот надо было вот этот момент. Опускай обратно еще раз. Заново. 2.08. А что, я на 2.08, на 2,5 килограмм езя свободно. Вот так. На речке, Томас. А речка ваша это где? Там, а вот этот, как, Чубатаевка, Новопотловка. Ну, с Колтовского? Не, с Колтовки. Вон, Дим. Вон, вон, тащи. Оторвал. А я когда навожу, все отрывают. И вот уже... О, блин! Вот это кайф в натуре!
поросенок, блин. А что сейчас, я, может, как начну ловить, как начну? Говорю, может, как начну ловить? Нет, я прямо увидел, представляете? Прям поклевку живую. Представляете, какие у меня эмоции? Первое. Первый раз за эту зиму. Да. Карасиную, то есть. А ты вкусно ни одного, что ли, не ловил? Я видел. Нет, вот воды не подходит в одну лунку. А что ж, прям с игры карася ловишь? Что? С карася, с игры берешь? С игры? С игры. Да. Я смотрю, ты играешь. Да. На игру он лучше. О, вот тебе поклевку вот на эту. Ага, вот она, наверное, карасиный, да? Да. О, карасик! Нет. Такая рыбка, как карась, все дружно сказали. Вот он. Вот он. Вот он. Ну это что, правда? Вот. Вот, смотрите. Один тащит, цедит, другой тащит, цедит. И все довольные. Они счастливы. И никакого дом-2 им не нужно. О, есть один. Второй есть. Вот так в Марьевке клюет карась. Возле плотины. Возле плотины. Не надо. Ты своего. Так, ну что, ребят, сегодня... Ребята, сегодня мы половили. Вот я бегал за жерлицами туда-сюда. Марат, покажи, что ты поймал. О, Марат поймал лодочку, красиво. Я на леску десяточку настоящую вычел. Вот таких двух. Просто вообще. Вот, испытал удовольствие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 штук. 12 штук он поймал. Я двух поймал. Челночка я отпустил. Ну, 12 штук больше 3 кило будет. Вот, плотвы, окуней мелких наловил на живца. Вот. Я думаю, что попробуем еще, может быть, завтра, если получится, половить. Вот. Пока клюется. Пока клюется, пока тепло.